Умная Тюмень интересуется, что вреднее для зубов, конфеты или печенье? Конфеты, потому что там сладости, сахар содержится. Печенье, потому что печенье, оно хрупкое такое. Конечно, конфеты, говорят все. А я не пробовала. У меня же уже зубов нет мои. Моим все равно. Конфеты. Ну, потому что это сладко, вызывает кариес. Ой, ну в наше время, наверное, конфеты вреднее. Но там эссенции очень много, а эссенция разрушает зубы. Конфеты. Почему? Ну, кариес, сладкое. Мне конфеты. Конфеты. В них много сахара, а то, что вредно для эмали. Я думаю, что конфеты. Почему? Ну, там сахар присутствует в большей части. Конфеты, потому что там сахар. Как бы одно влияет на желудок, а другое на зубы. Конфеты прилипают. Я думаю, что печенье, ну, застревает в зубах. Я думаю, крекер. У меня все зубки, внучок. Ага. Хоть вот тут маленько разделась. А почему? Не знаю.